Всем привет, с вами Бракс, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Total Accurate Battle Simulator Pre-Alpha 0.2.0. Ну что ж, начнем. Мы остановились на 7 уровне. Так, кто у нас? Ага, понятно. Нам пригодится катапульты 2. Одна колесница. Вот тут самураев. Ладно, нет. Вот тут спирмена 2. Два фермера еще. И один заяц. Разнести дом. Так, блин. Так, пожалуйста, попробуйте разнести, пожалуйста. Сегодня злых камней нету, надеюсь, как в прошлой части. Своего. Стоп, один он? Мужики, ну вы серьезно? Вы не можете его вынести? Вынесите, давайте. Чуть-чуть осталось. А ты что делаешь? Победа! Охренеть. Супер. Пушки. Ладно. Будет хвача. И где тут? Тут где-то викинги. И викинги. И два викинга сзади. Викинги, давайте вы их разнесете. Эта тактика как-то не очень. Катапульту одну. И где тут? И пончеры. Вот так вот и вот. И пончеры. Давайте, давайте. Катапульта против мушкетов и пончеров. Ладно. Вот так вот. Баллист. На баллисту не хватает. Ладно, сразу вот так вот. И вот тут, вот тут. А еще теперь, не знаю, давайте два самурая. Надеюсь, качество не как в прошлой части у меня получится, потому что я не знаю. Когда я 1080p видео записывал, я не знаю, что у меня там сохранилось. Почему качество такое плохое, но... я не понимаю, почему качество испортилось так сильно. Да не стреляй ты по своему, по ним стреляй. Чуть-чуть тебе. Так. Пока викинг отвлекает их, катапульта попытается их сделать. Ну почти. Ну почти же. Куда этот бежит? Ай, катапульта. Короче, мы проиграли, да? Катапульты косые как-то в последнее время. А этот бежит не знаю куда. Точнее, баллисты косые. Так. Вот так вот. И один. Блин. Как-то хреново. Да?
Во-во-во, мы тащим. Так, что это? Все, мы победили. Победа. Ну, смотрим. Я записываюсь в 50 FPS сейчас. Ого. Блин. Так. Так. Теперь еще катапульт. Вот тут так две катапульты. И вот так викингов как-то. Распоряди. Ой, что-то подлагивает. Ой, блин, FPS попал. Упал дико. Нормально. Разнесли сразу так нормально. Хотя, не знаю. Блин, я в основном катапульты тут работают. Хотя, не знаете как? Давайте одну катапульту. А вот тут вот викинги будут посередине. А еще.
И всем привет, с вами Бракс, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Totally Accurate Battle Simulator Pre-Alpha 0.2.0. Ну что ж, начнем. Мы остановились на 7 уровне. Так, кто у нас тут? Ага, понятно. Нам пригодится катапульты две. Одна колесница. Вот тут самураев. Ладно, нет. Вот тут спирмена 2. И... два фермера еще. И один сзади. Разнести должен. Так, блин. Так, пожалуйста, попробуйте разнести, пожалуйста, пожалуйста. Сегодня злых камней нету, надеюсь, как в прошлой части. Своего. Стоп, один он? Мужики, ну вы серьезно? Вы не можете его вынести? Вынесите, вынесите, давайте. Чуть-чуть осталось. А ты что делаешь? Победа! Охренеть. Супер. Пушки... ладно. У меня будет хвача. И где тут? Тут где-то викинги, а вот. И викинги. И два викинга сзади. Викинги, давайте вы их разнесете. Нет, мне кажется, эта тактика как-то не очень. Катапульту одну. И где тут? И пончеры. Вот так вот и вот. И пончеры. Давайте, давайте. Катапульта против мушкетов и пончеров. Ладно. Вот так вот. Баллист. Нет, на баллисту не хватает. Ладно, сразу вот так вот и... вот тут, вот тут. А еще теперь... не знаю. Давайте два самурая. Надеюсь, качество не как в прошлой части у меня получится, потому что я не знаю. Тогда я в 1080p видео записывала, я не знаю, что у меня там сохранилось, почему качество такое плохое, но... я не понимаю, почему качество испортилось так сильно. Да не стреляй ты по своему, по ним стреляй! Чуть-чуть тебе. Так. Пока викинг отвлекает их, катапульта попытается их сделать. Ну почти. Ну почти же. Куда этот бежит? Ай, катапульта... короче, мы проиграли, да? Катапульты косые как-то в последнее время. А этот бежит не знаю куда. Точнее, баллисты косые. Так. Вот так вот. И один фут. Блин. Как-то хреново. Да?
Во-во-во-во, мы тащим. Так, что это? А, ладно. Все, мы победили. Победа. Ну, смотрим. Я записываюсь в 50 FPS сейчас. Ого. Ого. Блин. Так. Так. Теперь еще катапульту. Вот тут так две катапульты. И вот так викингов как-то распорядим. Ой, что-то подлагивает. Ой, блин, FPS попал. Упал дико. Нормально. Разнесли сразу так нормально. Хотя, не знаю. Блин, у меня в основном катапульты тут работают. Хотя, не знаете как? Давайте одну катапульту. А вот тут вот викинги будут посередине. А еще вот тут по краям вот так вот. А еще щитовики. И сзади будут еще ждать их. Вот так вот. Моих разнесли, да? Ладно, вот так. А вот тут много бомжов делаем. А, и тут ограничение стоит. Ай. Все нормально. Бомжи тащили, короче. Да? Работает. Как бы это тупо не было, но работает. Вы косы не можете по этому одному попасть? Как? На него... По нему шары... По нему камень... По нему булыжник огромный прокатился, а ему все равно. Ладно. Так, запись уже почти 8 минут идет. Нормально. Если что, я записываю через программу Action. Если так. Кто хочет знать. Ура! Вот это была тактика. Сколько у меня сейчас? 2000. Чикенмен! Это чикен... Так. Надо приготовиться. И сзади будут их викинги. Мне пугает один тут человек. Чикенмен. Он же убьет их. Плюс он живучий. Так. Он живой? Да, он еще живой. Чикенмен сдох, все, я победил. Мне все равно, кто тут. Все. С первого раза против Чикенмена выстоял. Так, уже 11 уровень, кто тут? Просто викингов много. Окей, много викингов. Берем. Так. Раз, два, три. А сзади будут у меня... А чё нет? Пускай щитовики. И один футбол.
Им жопа. Их просто сейчас давят. Все, я победил, даю 100%. И, кстати, карта поменялась, я заметил только. Давай, беги, вылезь отсюда. О, все. Все. Господи, что там? Тут будут много викингов, много тут будет. И вот тут две катапульты. Нет, тут одна катапульта. Тут будут пончеры, и вот тут будут пончеры. Главное, по своим не попадите. Сейчас это мясо. Пончеры, однако, быстро стреляют. Да своих не... Ты, блин... Разнесите его! Вместе, давайте! Ну ладно. Ну так. Все. Им жопа. Вести 5 бомжов. Не пошутил. 3 баллисты. Кого? Щитовику. Так. И много-много бомжов. Наверное, лучше боксеров поставить, да? Раз, два, три. И щитовики. И футбол. Вот тут. Ну, хоть одного завалил. И то радует. Давайте. Я хочу, чтобы это... я хочу, чтобы мои победили. И никто больше. Блин, у меня на самом деле лаги такие. Хоть и FPS стабильный, но лагает. Ну, маленький. Сейчас у меня. Если бы вы знали, какой у меня компьютер. Если бы вы знали... У меня 2 гигабайта оперативки. Видеокарта древнейшая, я не знаю. Давайте. Хоть что-то. Да что ты поворачиваешь? Она ничем не помогает. А, да. И пончеров. И 2 бомжа. Их буквально... Как их? Я не понимаю, как их завалить. Их больше. Давайте 2 пушки. Их хотя бы скучкуют там. Не, не пушки. 2 катапульты. И их скучкуют там щитовики и самураи. И бомж. Не бомж, впереди будет всех вести. Да. И не знаю, что из этого получится, но что-то должно получиться. Самураи у меня всегда, когда я в сэндбоксе играл, у меня всегда самураи побеждали викингов. Точно!
Можно просто самураев заставить. Ну, давайте пока на этот бой посмотрим. Что тут получается. Вот так прикольно смотреть будет. Ну. 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 Мы победили, да? Он сейчас упадет, он суицидился. Он не хотел, чтобы его камень раздавил просто. Он упал, чтобы его камень не раздавил. Мэм, летает. Нормально. Викинги и лучники, окей. Викинги и лучники. Значит, мне нужны щитовики, самураи, катапульта и спирмены. И пончер. Один. Получается, нет. Ты чего? Ты отлетел от огромного камня. И тебе все равно. Посмотрю на этот красивый камень. На отражение в этом камне. Какой гладкий камень. Да не, мы проиграли. Победили, блин. Раз, два, три, 150 осталось самура. Не. Раз, два, три. И раз, два. Три. Я не понимаю, как это пройти. Да. Надеюсь, это... Надеюсь, я победить... Я смогу победить. Как это сюда прилетело? Ой. Ой. А лучше не буду думать. Короче, и пускай будет. Вот так. Бомж впереди. Так. Ну, посмотрим-ка на это. Во-во-во! Что-то получается из этого. Эти, как всегда, куда-то убежали. И одного вроде бы вынесло тут, да? Тут валя... Нет, это тут стоит просто. Не, это не работает. Вот так вот. И вот так вот. Мы их раздавим, блин. Пожалуйста. Скажите, что мы их раздавим, правда. Ну, первый ряд мы вынесли вроде бы почти. Почти вынесли, да. И мои вынесли. Я не понимаю. Хоть вот так вот. Спирмен первый побежит. Посадит их на пол, хотел сказать.
Ну хоть лучников попробуй вынести. Во-во-во-во, почти. Ты... Во! Во! Мы проиграли. На сотенку два самурая. Ну я, блин, не понимаю, оно мне не получается это пройти. Ой, надо было сразу своих валить, да? Обязательно было своих валить. О, викинг за камнем прикрылся. И во, что-то получается, и сейчас щитовики их просто задавят. Да? Один есть. Все есть. Вот эти только остались. Двое осталось. Все, мы победили, да? По идее, да. Он один? Не, их два. Этот пошел суицидом заниматься. Давай. Этот стоит? Он только что лежал. Смотри мне в глаза. Ты на китайца похож. С такими глазами, блин. Ух. Ну, сейчас... Что? Давайте, давайте. Мы... Давайте. Ради меня. Падай. Да не... Попади. И катапульта против одного викинга. Одна катапульта против одного викинга. Давайте, давайте. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Так, кто же победит, викинг или катапульта, которая находится от него? Или косая катапульта, которая находится далеко от него? Мужик, ну почти, мужик. Он сейчас приблизится, и ты по нему попадешь. И ты проиграешь. И ты проиграешь, да? Ты так проиграешь. Ладно, ну на этой веселой нотке, на вот этой, вот-вот, на вот этой, и на вот этой, как викинг обнимается с катапультой, мы, пожалуй, закончим. Ну а с вами был Бракс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Господи, чё он тут? Хотя нет, стоп, стоп, стоп. 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 Ладно, стоп. Стоп. Мы... Он еще может победить. Мы еще можем победить. Ну-ну-ну. Ладно, на этой веселой нотке мы будем заканчивать, пожалуй. Так как они отсюда уже не вылезут. Да? Нет, не вылезут. Ну, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!